два типа людей, пап. У кого есть бибот, и у кого его нет. Приветик. Прости, я попал в кадр. Но на это есть фильтр. То есть без бибота общаться уже невозможно? Да, пап, ну так и есть. Но я не хочу, чтобы ты сидел в гаджетах. В этот... Опа! Ты все-таки купил! Привет, Барни! Я твой лучший друг за пару секунд. Барни, твой бибот какой-то очень странный. Я бибот Барни. Придете в мой тайный сарай, чтобы его лайкнуть? Нет. Так, Рон, у тебя не хватает части кода, так? Идиот! Ты должен все узнать обо мне. Волосы каштановые, рост 1.50 м. 1.80 м лучше. Проще до всего доставать. Он создан, чтобы искать друзей. Запрос друзья, запрос друзья. И он совершенно бесполезен, если этого не умеешь. Он мне голову оторвет! Нельзя отрывать головы, будут проблемы. Ладно, нельзя отрывать головы. У меня нет жестких настроек безопасности. Скопируй! Найди этот код! Разблокировать! Провери еще разок. Проверить что? Я не оставлю тебя здесь. Тебя тут же отправят в дробилку. Поедем в дробилку вместе. Нет! Дробилка — это не весело! Не весело! Где он сейчас? Найдите преступника! Нам больше никто не нужен. Сейчас у меня тоже есть друг. Это печально. И еще трагично. Надо подождать! Нет проблем. Нам весело со мной! Эй, парни, как твой бибот? Держите руки так, чтобы я их видел. Может быть, выключить его и снова включить?